саженцы ту и западный Райнгоулд предпочитают солнечные места. В тени растение теряет свою ярко-желтую окраску и высокую плотность кроны. Сорт морозостойкий и ветроустойчивый, хорошо переносит формирующую стрижку. Поэтому довольно часто ту и западный Райнгоулд используют для создания живой изгороди и интересных ландшафтных композиций. Крона ширококоническая, диаметром до 250 см. Высота хвойного растения составляет до 100 см. На протяжении теплого времени хвоя окрашена в ярко-желтый цвет, но зимой она приобретает бронзово-коричневый оттенок. Туи западная Райнгоулд – это дерево высотой 200-250 см, диаметром 200-400 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.